Смотрите, какие у нас тут залежи образовались. Вы видите? Я сейчас сниму коленчатый вал с него и попробую дальше отшкрябать этот цилиндр. Этот и вот этот у нас в таком же самом состоянии. Я надеюсь, эти чуть лучше. А вот плюс, я думаю, видно, у нас здесь трещина по блоку. Я вам ее тоже продемонстрирую. Итак, я сейчас вынимаю коленчатый вал. Оп. Оп. Тут у нас выпали вкладыши. Относим коленчатый вал к тяжеленький. Относим коленчатый вал. Тут у нас лежат снятые и пронумерованные. Смотрите, хочу вам продемонстрировать. Алюминий. Алюминий. И вот цифра 1, 2, 2, 2. Следующий. Также у меня лежат шатунные. И вот интересный вкладыш. Интересная крышка крайнего коренного вкладыша. Вкладыш, конечно, надо менять. Думаю, вам это видно. Сейчас мы выйдем на свет. Есть здесь такой не... Есть потертости, но вот видите, темная. Вкладыш надо менять, но вал в хорошем состоянии. Так, продолжаем.